Ну, а тем временем в Одессе задержали провокатора. По словам активистов общественной организации «Оберег», он пытался дестабилизировать ситуацию в городе перед майскими праздниками. Задержанный российский агент по кличке Локоть в сюжетах страны-агрессора, он уже успел побывать в роли боевика ДНР, агента СБУ и ярого националиста. Это агент ФСБ Антон Локоть, человек, который в данный момент собирал массовку на 2 мая на Куликовое поле, предлагал за это 1000 гривен. Он был внедрен еще со времен Майдана, начала 2014 года, сливал информацию боевикам по блокпостам.